Привет, друзья! Меня зовут Виталий, и это очередной выпуск блога о часах. И сегодня у нас список топ-5 часов до 5000. Это мой список, и чем он такой особенный? Он особенный тем, что либо у меня эти часы есть, либо они у меня были, либо же я запланировал их приобрести. И сразу сделаю спойлер, на самом деле их 6. Почему я включил именно эти часы в этот список? Потому что, безусловно, здесь играет соотношение цена-качество. И также эти часы, любая из этих моделей, будут хороши, если это ваши первые часы или уже вторые, третьи, четвертые, они впишутся в любую коллекцию. Итак, начнем. Первые часы — это часы от компании Omega Seamaster. Новая модель 42 мм. Есть много разных цветов, если мы говорим про стальные модели. Черный, синий, либо же с белым циферблатом и с черным безелем. Великолепная модель, она у меня была, для меня она была немного великовата. Мануфактурный механизм с коаксиальным спуском 8800. Очень удобный браслет, если не самый удобный, который есть на рынке. Застежка с микронастройками. Вы не сделаете ничего неправильного, как говорят американцы, если вы приобретете эту модель, я уверен, вы будете довольны. Эта модель на каучуковом ремешке стоит 4800 евро, на стальном браслете она стоит на 100 евро дороже, чем 5100 евро, но тем не менее я все равно включил ее в этот список. Про данную модель я не могу сказать ничего сверхплохого, кроме моих субъективных претензий и придирок касаемо небольшой заводной головки, которая не совсем удобная для использования, но, как говорится, это чисто мое субъективное мнение, кому-то может быть она самая удобная. Следующие часы в моем списке — это модель от компании Breitling Super Ocean Heritage с механизмом B20. На самом деле механизм B20 — это механизм от Tudor MT5612, который является частью сделки, в которой Breitling предоставил для использования компании Tudor свой механизм хронографа с колонным колесом B01, а Tudor предоставил свой механизм для использования компании Breitling номер MT5612. Запас хода 70 часов, очень красивые часы, диаметр 42 мм, есть в синем варианте и в черном варианте. В принципе, мне очень импонирует эта модель, для меня, так же как и Seamaster, она немного велика. Есть всевозможная палитра браслетов и ремешков для этой модели. Для фанатов Breitling, я уверен, это будет великолепный выбор. Купив данную модель, вы сделаете, в принципе, все правильно. Как часы на каждый день, это великолепный выбор. Водонепроницаемость составляет 200 метров. Нужно также понимать, что эти часы теряют стоимости на вторичном рынке. Новая данная модель стоит 4400 евро на каучуковом ремешке и 4800 евро на стальном браслете. На вторичном рынке в хорошем состоянии эту модель можно найти за 3500, 3600, 3700. Я видел данные цены. В полном сете, в хорошем состоянии. Также в зависимости, безусловно, какой ремешок или браслет идет в комплекте. Но мой вам совет: ищите данную модель, если она вам нравится, по самой выгодной цене, по которой вы ее можете найти. Следующие часы в моем списке — это часы, которые на сегодняшний день есть в моей коллекции. Это часы от компании Tudor, именно модель Pelagos. Выполнена из титана. По моему мнению, это настоящий, чисто выраженный тулвотч. Если вы держали эту модель в руках, если вы знаете, что это такое, то с первого взгляда они не выглядят как luxury watch, как luxury часы, как мы привыкли себе представлять Omega или Rolex. Эти часы имеют под собой определенные задачи, сделали для выполнения определенной функции. Водонепроницаемость 500 метров, автоматический гелиевый клапан, керамический безель, в общем, все в лучших традициях Tool-Watch. Заводная головка завинчивается системой Rolex Triplock. Внутри стоит мануфактурный механизм калибр MT5612, запас хода 70 часов. Есть три разные модели: черная версия, синяя версия и версия LHD с заводной головкой слева. Как раз таки эта версия есть у меня, у моего товарища есть версия с синим циферблатом. Ничего плохого про эту модель я сказать не могу. Я думал несколько лет о ее приобретении, и когда я ее купил, я был невероятно доволен все еще. Если вам нужны настоящие
нужен настоящий Toolwatch, брутальные часы, которые будут выполнять свою функцию, то посмотрите обязательно в сторону Pelagos. Обязательно хочу отметить то, что часы выполнены из титана, и титан легко царапается. Если вы будете довольно активно носить часы, через некоторое время на них будет большое количество царапин и шрамов, но точно так же, как легко царапается титан, он довольно легко и полируется, если мастер знает, как это правильно делать. Еще хочу отдельно отметить, это застежка. Застежка, в которой есть не только микронастройки, там есть 3 микронастройки и 4-я микронастройка адаптивная благодаря системе пружин. Ни у кого такого больше нет, просто невероятное решение, поэтому из-за этого я их себе и купил. Цена Pelagos 4260 евро, модель также теряет в цене, но здесь наблюдается интересная тенденция. Если еще полтора года назад на вторичном рынке, а самое главное у серых дилеров, эту модель новой можно было купить за 3000 евро, то за последние полтора года цена выросла, немного выровнялась. Теперь на вторичном рынке модели стоят 3400-3500. У серых же дилеров модели эти сейчас предлагаются за 3600-3700-3800 евро в зависимости от цвета и от модели. LHD сейчас одна из самых востребованных. Как ни странно. Раньше это была синяя версия. В принципе, я думаю, тенденции меняются. Черная версия как была самой невостребованной, так и осталась. Ну, это чистое дело вкуса. В диаметре Pelagos составляет 42 мм. И в высоту часы, в принципе, тоже довольно габаритные. Поэтому будьте готовы, что если вы не носите большие, слишком большие или габаритные часы, то, может быть, они вам не подойдут. Именно поэтому здесь я приготовил следующую модель. Это модель Tudor Black Bay 58. Модель Black Bay 58 – это особенная модель. Это ответ Tudor на запрос рынка, потому что давно уже все хотели настоящие дайверские часы с хорошей водонепроницаемостью, качественные, для того, чтобы они были небольшого диаметра. И эта модель в диаметре всего 39 мм, 11,5 мм в высоту, невероятно комфортные и очень удобные часы. До последнего времени была лишь только черная версия, теперь появилась синяя версия, которую сейчас нелегко достать у официальных дилеров, потому что на них стоит очередь. Именно синяя версия в цене сейчас вообще ничего не теряет. На вторичном рынке продают за ту же цену, за которую они стоят новой у официального дилера. Черная версия стоит на вторичном рынке немного дешевле, на 250-300 евро дешевле. Мы говорим про новые модели. Безусловно, если есть следы ношения, то их можно купить еще дешевле. Мануфактурный калибр, запас хода тоже 70 часов. Очень красивые часы. У меня их пока не было, но я раздумываю о том, чтобы купить синюю версию. Я их несколько месяцев назад заказал у официального дилера, но так мне до сегодня никто и не позвонил. У официального дилера данная модель стоит 3430 евро, что в принципе внушительно меньше, чем 5000 евро, поэтому вы легко вложитесь в бюджет и, я уверен, останетесь довольны. Следующие часы в моем списке также модель от компании Tudor, а именно Black Bay Chrono. Это часы, которые являются одним из моих личных фаворитов. Внутри стоит мануфактурный механизм 5813, который является ничем иным, как калибром от Breitling B01, который является как раз частью той сделки, где они предоставили друг другу для использования свои мануфактурные калибры. Колонное колесо, вертикальная передача, запас хода 70 часов, великолепный механизм, у которого есть свои проблемы, но поверьте мне, за эти деньги это одно из самых лучших предложений на рынке хронографов, которые есть. Водонепроницаемость 200 метров, завинчиваются кнопки хронографа, завинчивается заводная головка. Эти часы в диаметре 41 мм. Не сильно большие, не сильно маленькие, их можно использовать как при занятии спортом, их можно брать с собой в отпуск, их можно брать с собой в офис. В принципе, они подходят практически для любого аутфита. Цена данной модели составляет 4840 евро. Она теряет в стоимости на вторичном рынке, но так же, как и модель Pelagos, за последние два года потеря стоимости начала выравниваться. Сейчас эти часы на вторичном рынке стоят 3800, 3900, 4000 в зависимости от состояния.
Также есть еще одна модель из этой линейки. Это биколорный Black Bay Chrono, который был представлен год назад, но цена на него значительно выше. Завершает мой сегодняшний список модель от компании Grand Seiko, а именно SBGA-201. Внутри стоит великолепный механизм Spring Drive 9R65, 72 часа запас хода, 100 метров водонепроницаемость, 41 мм в диаметре, великолепные часы, которые стоят ровно 5000. Я давно смотрю в сторону Grand Seiko, ну вот как-то тянет меня к ним. Я еще не имел много опыта, но давно к ним присматриваюсь для того, чтобы приобрести. Данные часы я включил в список, потому что они стоят ровно 5000. Но моим личным фаворитом является модель SBGA-407 с тем же механизмом Spring Drive 9R65, но диаметром 40 мм и с просто умопомрачительным циферблатом Snowflake нежно-голубого цвета. Я когда первый раз увидел часы, я, наверное, неделю читал про них и постоянно смотрел на их фотографии. Вот они не выходят у меня просто из головы, но это невероятно красивые часы. К сожалению, я еще не увидел их вживую, у меня не получилось их нигде найти для того, чтобы посмотреть. Но я уверен, что вживую они выглядят еще лучше. Стоят они 5900 евро и предлагаются они на кожаном ремешке. В отличие от стального браслета в предыдущей модели. Также я еще смотрел модель с циферблатом Snowflake, с белым циферблатом Snowflake, но теперь она в ассортименте пропала. Есть другая модель, но у нее золотые метки, которые мне не особо нравятся. Ну вот модель с синим циферблатом, с нежно-голубым циферблатом, это просто что-то внеземное. Это был мой список топ-5 часов до 5000 евро. А как выглядит ваш список? Обязательно напишите в комментариях. А на этом на сегодня все. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Пока.